Сегодня мимо нас проскочили, мы не успели их снять. Их было две. Где же они могли еще остановиться, как не в Карлтоне? И зевайки, и я в том числе снимаем эти шедевры. Гости на Роллс-Ройсах, полиция на велосипедах. Преследуют преступника. Все строго. Здесь не пошутишь, уже целый кортеж выстроился. Да вот, пустили, теперь погнались за Роллс-Ройсом. В рамках фестиваля фейерверков сегодня будет выступление одной фирмы. И поэтому здесь уже хаос опять же на Круазет. Все перегораживают, убирают припаркованные автомобили по возможности. Расчищают территорию. Здесь хорошо видно, как все парковочные места заблокированы полицией. Приходится, извините за выражение, выметаться на Роллс-Ройсе вы или на Запорожце. Освободите территорию. Рядом с бутиком Джорджо Армани есть Армани кафе. Шопоголики толпами идут мимо бутиков. Ну, не только мимо, конечно же, они в них еще и заходят. Блеск. Болгари Кобра. Любителям Индии. Мажестик есть и в Каннах, не только в Бангалоре. Какая мадемуазель? Шанель, последняя коллекция. Посетить галерею Лафайет. Представляете? Эта миленькая летняя сумочка стоит 325 евро. А это без золота. Всего 230. Кошелек от Лафайет 30 евро. Но я не люблю, когда внутри черное. Сумочка для телефона. Тоже все черным-черно. Вот довольно миленькая за 30, и верх можно завязать. Все будет в целости и сохранности. $28.50. Тоже верх завязывается. 20. За доступную цену можно выбрать себе пляжную сумочку. Ну или вообще для отпуска. В южных высотах потоки шопоголиков не кончаются. Такое ощущение, что их становится к вечеру еще больше. Кондитерская La Dure. Ой, простите, кто знает французский, за неправильное произношение. Подписчица Наталья как-то угощала меня очень вкусными пирожными.
Иду по Антибам и жду, когда покажу вам что-то сумасшедшее. И оно не заставило себя ждать. Стразики, стразики. Все блестит и сверкает. Все как мы любим. Как вам такой каучок? Очередная улочка с очень-очень дорогими бутиками. Ну, Геокс не считается. Люксус секонд-хенд. Можно в Шанель одеться с ног до головы. Да тут яблоку негде упасть. Физкульт, привет. Мечта. Когда буду совсем бабушкой, также заниматься по утрам зарядкой на Лазурном берегу. Пришла бабушка на пляж, и вот ей прям очень захотелось рядом с нами пристроиться. Сейчас посмотрим, как зонтик ее будет соседствовать с нашим. Видимо, у нас какое-то тут особенно золотое место. Рядом с нами зонтик не поместился, пришлось переезжать. Прямо сейчас на этом пирсе играют и прыгают в воду дети из Украины, из России, из Франции, Италии, из Германии, из Арабских Эмиратов. Полный интернационал. Да, и никто не спорит, все в едином порыве наслаждаются солнцем и соленой водой. Только у взрослых в голове какая-то полнейшая ерунда. Мастер-класс. Как надо сворачивать подобные плавательные аппараты. Твоя ноша не тянет. Позирует. Пришла, позирует.
Полюбуйтесь на этих двух гусей. Согласна. Шеи у них лебединые. Идем на интересный пляж. Вот такой к нему подход. На пляже есть даже библиотека. Выгоревшие на солнце одуванчики, имеющие лимонный оттенок. Странный подход, правда? Сам пляж не снимали, там еще сидят люди, и они без одежды. Подглянем в щелку. Катакомбы. Все, как мы любим. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного момента из прекрасной Франции, с прекрасного лазурного побережья, из замечательного города Канны. И до самых-самых скорых встреч. Я вас обнимаю. Пока-пока.